Я буду говорить об общеславянском лингвистическом атласе. Идея создания этого атласа родилась в начале XX века, когда пришло осознание ограниченности знаний, касающихся пространственных проекций многих праславянских явлений. Именно тогда стало очевидно, что эмпирические наблюдения над историей отдельных славянских языков носят атомарный характер и требуют своей систематизации и интерпретации в пространственно-временном аспекте. Поэтому на Первом международном съезде славистов в Праге в 1929 году крупнейший компаративист XX века Мейе выступил с докладом, в котором поставил вопрос о необходимости создания общеславянского лингвистического атласа с целью изучения истории славянских языков методами лингвогеографии. Сегодня атлас стал грандиозным лингвогеографическим проектом сравнительно исторического языкознания. Вот это нажимать, да? Ага. Аналога которому славистика не знает. Скажу, что сегодня опубликовано 16 томов уже этого атласа. Один из томов, который вышел недавно в нашей стране, наш институт его готовил, «Народные обычаи», я предоставляю в фонды вашей библиотеки. Он предоставил исследователям богатейший диалектный материал, и этот новый языковой материал является главным итогом международного проекта. Благодаря этому материалу появилась возможность критически осмыслить некоторые представления и теории, существующие сегодня в славистике, поскольку они во многом мифологизированы и входят в явное противоречие с его картами. Это прежде всего миф о нерелевантности лексических данных для изучения вопроса о диалектном членении праславянского языка. Напомню, что в сравнительно-историческом языкознании еще со времен младограмматиков довольно прочно укоренилось скептическое отношение к фактам лексики и словообразования, как к фактам, которые в силу своей мозаичности и повышенной языковой проницаемости не позволяют провести ареальную классификацию того или иного диалектного континуума. Каждое слово, согласно этой точке зрения, живет в диалекте своей жизнью и распространяется в своих собственных границах, порождая пестроту и дробность диалектного ландшафта. Возник даже образ путешествующего слова, которое, подобно страннику, останавливается там, где ему захочется. Отсюда делался вывод, что распространение слова в значительной степени зависит от случайности. Поэтому лексические диалектизмы являются нерелевантными для решения проблемы диалектной дифференциации праславянского языка. Вследствие отсутствия достоверных материалов и надежных сведений по древним лексическим изоглосам, словарный состав праславянского языка долгое время воспринимался недифференцированно. Поэтому праславянская словарная коллекция создавалась в отрыве от ее лингвогеографической проекции. Достаточно было фиксации какой-либо лексемы в двух из трех ныне существующих групп славянских языков, чтобы при отсутствии показателей поздней инновации отнести ее к общему праславянскому лексическому фонду. Более того, во многих сравнительно исторических и диалектологических исследованиях XIX – начала XX века сама идея пространства была сильно размыта. Характеристика ареалов тех или иных лексем была во многом случайна и часто опиралась лишь на интуицию ученого. С выходом в свет общеславянского атласа ситуация в корне изменилась, так как впервые идея пространства и времени была последовательно реализована как на этапе сбора диалектного материала, так и на этапе его систематизации. Работа над атласом со всей очевидностью показала, что реконструкция лексико-семантической системы праславянского языка невозможна без изучения современного славянского диалектного континуума методами лингвогеографии. Язык всегда и везде связан с территорией. Эта связь обусловлена историческими и пространственно-временными закономерностями развития общества. И в этом смысле общеславянский атлас является уникальным источником сведений о судьбе праславянских диалектизмов и в целом о диалектном ландшафте Славии и тех языковых процессах, которые протекали в славянских диалектах древности и протекают сегодня. Вот почему на современном этапе славистических исследований, когда в значительной степени исчерпаны исчерпаны возможности внутренней реконструкции на фонетическом и морфологическом уровне, все большее значение приобретают данные лексики.
Оперирование многочисленными лексическими заглоссами в количественном отношении во много раз превосходящими фонетическими делает исследование более объективным, восстановление сложной картины схождения и расхождения славянских языков. Поэтому сегодня лексический материал не только не игнорируется в сравнительно-исторических студиях, но и активно привлекается как полноценный критерий, представляющий самостоятельный интерес для этих исследований. Второе – это миф об индивидуальных границах каждого отдельного слова. Миф о нерелевантности лексических данных – при диалектной дифференциации того или иного языкового континуума во многом поддерживался благодаря прочно укоренившемуся мнению об индивидуальных границах каждого слова. «Всякое отдельно взятое слово распространяется в своих собственных границах», писал Николай Сергеевич Трубецкой в статье «Фонология и лингвистическая география». «И поэтому границы географического распространения звуковых изменений никогда не могут быть установлены надежно и точно». Отсюда представление о пестроте и калейдоскопичности лексических изоглос. Однако карты Атласа свидетельствуют о необоснованности этих упреков компаративистов. Во-первых, эта хаотичность лексических изоглос не является сущностным атрибутом любой лексической карты. В «Атласе» имеется немало карт, в которых этой калейдоскопичности не наблюдается, а напротив прослеживается довольно четкое противопоставление отдельных ареалов. Иллюстрацией повторяемости этих лексических ареалов могут служить карты, на которых выявляется четкое разделение Славии по линии север-юг. Север, например, баран, юг – овен. Север – сосна, юг – бор. Сразу скажу, что эти карты созданы методом рекартографирования, когда с карты, которая нагружена максимально лексическими диалектизмами, изымаются только лишь вот эти лексемы, которые образуют противопоставление. Север – слово, юг – я здесь не нанесла лексемы, потому что их очень много. Это и беседа славянская, и дума болгарско-македонская, и речь хорватско-сербская, и сбор македонская. Север курит, юг пушит, ну и так далее. Во-вторых, даже в том случае, когда эта мозаичность диалектного ландшафта действительно имеет место, как, например, на карте «Божья коровка», следует признать, что это, на первый взгляд, отрицательное явление, на самом деле является позитивным, так как именно благодаря многообразию изоглос мы можем в деталях представить всю сложнейшую картину реальных отношений славянских языков и диалектов. Ведь один из постулатов лингвистической географии гласит, чем больше число рефлексов одной прасистемы или одной проформы, тем более достоверной или полной может быть реконструкция. Повторяемость ареалов на картах Атласа убедительно свидетельствует о том, что лексические изоглосы не являются чем-то случайным, индивидуальным, характерным лишь для одного слова. Каждое отдельно взятое слово обнаруживает на лингвистических картах Атласа не свои собственные границы распространения, а границы языков и их диалектов, позволяя тем самым выявить отношения этих диалектов в общеславянском контексте. Да, вот тоже интересная карта. Север – счастья, юг – среча. Убедительным доказательством повторяемости лексических ареалов является тот факт, что большинство ареалов Северной Славии имеет своим источником контактную конвергенцию и являются иллюстрацией контактно-генетического родства восточно- и западнославянских диалектов. Об этом ярче всего говорит об этом говорит наличие ярко выраженных контактных зон в украинских, белорусских, польских и отчасти восточнославянских говорах. Причем в роли языка донора выступают преимущественно западнославянские диалекты, чаще всего польские. Сошлюсь, например, на ареалы таких лексем, как студня в значении колодец, крок в значении шаг, спивачка в значении женщина, которая хорошо поет.
Ну, подвечерок в значении полдник, дойка в значении доярка и так далее. Реже в этой функции выступают украинские. Ну, пожалуй, таким самым ярким ареалом является распространение слова «креница» и белорусские с лексемой «молодева». Эти значения «молозиво» – молоко коровы сразу после отела. Эти ареальные закономерности являются своеобразными ориентирами в типологической интерпретации лексических изоглосс. И это само по себе является значимым, так как позволяет отвести фактор случайности. Да. Следующий миф – это миф о центрально-периферийной противопоставленности ареалов инноваций и архаизмов. Теория о центрально-периферийной противопоставленности ареалов инноваций и архаизмов получила широкую известность благодаря работам романской неолингвистической школы. Согласно этой теории, центр, являющийся креативной зоной, рождает инновации. Распространяясь радиально на окружающие территории, они разрушают ареалы архаизмов и оттесняют их на периферию. Поэтому островные ареалы архаизмов существуют чаще всего на периферии. Однако материалы «Атласа» убедительно свидетельствуют о том, что архаичные языковые явления могут находиться как на периферии, так и в центре современной Славии. Они могут иметь не только локально ограниченные, но и обширные ареалы, разрушение которых может происходить как в центре, так и на периферии. Ну вот в качестве иллюстрации можно привести карту поля, вода, которая покрывает всю Славию, или карта конь. И вот разорванные, подвергшиеся разрушению ареалы – это овца или жена в диалектах Восточной Славии, в украинских и белорусских, или лексемы дуб в южнославянских диалектах, или же овес. Причем при разрушении ареалов центр иногда оказывается даже более архаичным, чем периферия, где чаще всего происходит зарождение новых диалектизмов. Как свидетельствуют карты Атласа, вся периферия Славии подвержена разрушительным процессам. Разрушенные ареалы праславянских лексем красноречиво говорят о том, что явление более древнее нередко занимает большую площадь, чем явление более позднее, ибо оно начало распространяться значительно раньше, поэтому часто становится причиной возникновения нового явления. Что касается инноваций, то карты Атласа свидетельствует о том, что ареалы инноваций могут локализоваться не только в центре диалектных континуумов того или иного языка, но и на периферии. Сошлюсь, например, на распространение лексемы «школяр» в значении «школьник» в хорватских, восточнославянских, польских и словенских диалектах, в которых она локализуется именно на периферии, или на распространение лексемы «папир» в значении «бумага», в которых она также отмечена на периферии белорусских диалектов. По-видимому, это связано с тем, что периферийная зона менее устойчива и более проницаема для внешних влияний. Более того, именно на периферии, где наблюдается меньшее давление со стороны системы и большая свобода в междиалектных связях, благодаря контактной конвергенции складываются наиболее благоприятные условия для зарождения новых языковых явлений. Эта повторяемость ареальных сценариев, архаизмов и инноваций убедительно свидетельствует о том, что противопоставление центрального и периферийного ареала в современной Славии как зон инноваций и архаики в славянском диалектном континууме является упрощенной схемой их отношений, которые в действительности оказываются значительно сложнее. Следующий миф – это миф о теории волн Иоганна Шмидта. В основе этой теории лежит идея постепенных, незаметных переходов между не имеющих четких границ диалектами индоевропейских языков. Поэтому каждый отдельно взятый индоевропейский язык по отношению к другому можно рассматривать как переходный. Теория волн таким образом предполагает и радиацию из одного центра с постепенным затуханием того или иного языка. Между тем,
Карты Атласа заставляют внести в эту теорию ряд поправок, поскольку они красноречиво свидетельствуют о существовании четких границ в распространении того или иного языкового явления. Яркой иллюстрацией существования подобных границ служат ареалы так называемых эксклюзивных лексем, то есть отличительно характеризующих лексем того или иного языка, которые нередко могут покрывать обширные пространства диалектов этого языка, но при этом не выходить за его пределы. То есть идея колышущейся нивы, лежащей в основе этой теории, здесь явно не работают. Ну, могу привести такие просто... Вот, например, название ужина в польских диалектах как «коляция». Или же название в украинских диалектах «желает здоровья, бажает». Ну, у меня очень много примеров содержится в монографии, но приведу просто некоторые. Мураш в значении муравей в русских диалектах, землянка в значении земляника, погост в значении кладбища и так далее. Следующий миф – это миф о существовании праюжнославянского и празападнославянского языков. Материалы Атласа позволяют критически взглянуть на проблему существования праюжнославянского и празападнославянского языков, так как на картах Атласа практически не обнаруживается ареалов, лексем, плотно покрывающих территорию западнославянских или южнославянских диалектов, тогда как восточнославянский диалектный континуум характеризуется высокой степенью гомогенности, особенно когда речь идет об ареалах древних лексем. Ну, таких, например, как «еда», «обедает», «скажет», «рот», «крайп». Вот, например, карта «еда» восточнославянских или «скажет», «рот». Даже если предположить, что в ходе истории славянских языков их былое единство было разрушено временем, практическое отсутствие общезападнославянских и общеюжнославянских изоглос является серьезным аргументом против существования в прошлом их историко-культурного, территориального и языкового единства, говорившего бы о существовании в древности подлинной языковой общности. Карты Атласа позволяют выявить и некоторые тенденции, которые прослеживаются на диалектном ландшафте Славии. Это прежде всего тенденция к сужению ареалов праславянских лексем за счет широкого распространения региональных диалектизмов. И это обстоятельство чрезвычайно повышает ценность лингвогеографического критерия при определении диалектов, отличающихся наибольшей концентрацией лексической архаики. Среди множества повторяющихся лексических ареалов, представленных на картах Атласа, отчетливо просматривается несколько групп. Первую группу образуют слова, которые восходят к периоду праславянской языковой общности. Это ареалы общеславянских лексем или слов, которые распространены в трех славянских языковых группах. Вторая группа ареалов детерминируется факторами пространственно-генетическими. Они во многом порождены явлением интерференции славянских диалектов. Их образуют ареально ограниченные диалектизмы, восходящие часто к эпохе самостоятельного развития славянских языков. Существование третьей группы ареалов определяется факторами ареально-типологическими, связанными с независимым или параллельным развитием того или иного языкового явления. И, наконец, четвертая группа ареалов связана с формированием этнополитического самосознания, стремление через язык выразить свою культурно-национальную специфику. Это ареалы так называемой эксклюзивной лексики. Существование различных типов ареалов, картографируемых лексем славянских диалектов, говорит о том, что разные временные фазы находят соответствие в своих пространственных структурах. То есть материалы Атласа позволяют соотнести генетический и ареальный критерий и установить относительную хронологию ареальных структур. Таким образом, благодаря общеславянскому атласу, компаративистика XXI века смогла критически освоить опыт предшествующего поколения, касающийся пространственной интерпретации проекции многих языковых явлений. Благодаря прорыву в лингвистическую географию произошло укрупнение компаративистских исследований, расширилась сама их парадигма, так как предметом изучения стала не просто структура слова, его этимология, но и его ареал и время возникновения. Пространственный дискурс вместе с описанием структуры и функций языковых единиц синхронии и диахронии создали своеобразное гносеологическое
триединства компаративистики 21 века, исследующий язык в трех измерениях – структуры, пространства и времени. Я смогла рассказать лишь очень о немногом, но отсылаю тех, кто заинтересовался, к своей монографии «Типология лексических ареалов славия». Благодарю за внимание.